Поехали. Сразу пулить никто не хочет, смотри-ка. Сразу стоите, по 2x2, никто вниз прыгать не хочет. А секунданта за подмогу призывать можно? Как на греб у меня. В конце только. Где первый лещ-то? Миша. На него. Ох, прям. Давай, Федя. Миша, защищайся, давай, что ты лежишь-то? Давай, яй, вставай. Проход гарда. Никогда так не было опасно отойти. Давай на него. Обратный треугольник, Слава. Давай. Давай, проходи. Проходи. Давай его бей, ты чё? Лежит. Настоящая мужская любовь. Ай, прям подумай. Ой,
работаем, работаем, работаем. Да, да, да. Еще минута, Миш. Руки себе отбили. Я их читерствую, вон все на руку себе надел. О, о, раз, два, три. Раз, два, три. Да мы уже лицо открыто, мы все видно. Если после этого нас не купят на файт-пас, я не знаю. На гейм.ру мы точно плохо подавать. Мне кажется, надо остаться. Давай. Давай еще! Еще! 10 секунд. Последние 10 секунд. Рубила на руках! ДКО, ДКО! Пошло, меняй! Стоп! Похлопаем по ру! Это было круто, но я больше не хочу такое. Я не хочу за это ответственность. Я могу посмотреть. В этой схватке победу одержала крепкая мужская дружба. Крепкие границы. Каменные лица.